Привет, друзья, вы на канале Bob GTX, и мы сегодня с вами посмотрим, что же такое Bloodline Barumaki, какой он сильный или не очень, и какие у него есть плюсы и минусы. Очень он интересный, я думаю, что вам он очень понравится, будут еще коды в этом видео, если вы готовы, то погнали. Но перед этим не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Итак, ребята, Barumaki, это у нас получается Bloodline из уже вселенной Баруто, потому что Джоган есть такой у него глаз, и вот у нашего героя тоже в моде есть глаз. Этот Bloodline, ребята, 1 на 200 убивается и имеет два мода. Первый мод, сейчас я вам покажу, вот он. Офигенная анимация в этом обновлении, это что-то, мне очень нравится. Вот такой первый мод, у него есть глаз Джоган. Он как у Баруто, смотрите, ну почти такой же, может быть там чуточку не такой, но почти такой же, есть татуировки где-то нанесенные на него. И у нас тай 2.5, мин 2600, плюс чи 2700, и еще у нас здоровье плюс 2400. Второй мод, ребят, сразу начну с модов, потому что они очень интересные. Вторая форма, пишет форма 1. Вот такая красота, вот просто, ну анимация вообще была бомбовая, но плюс еще вот такая красота. Ребята, ну без мода просто пробовать этот Bloodline нет смысла, а вот с модом он очень сильный. Давайте покажу вам самое интересное, конечно, тут первый удар, первый скильчик, он выпускает такую бомбочку, и мы потом ее направляем на противника, и он дает по 14.5 почти. Три раза. Получается где-то 45, может быть 60 тысяч без мода. По-моему, сейчас с модом я не посмотрел. По-моему, с модом дает он побольше урончика. Там пока у нас набирается первый скилл. Самый интересный скилл, ребята, это второй, это телепорт. Ставим, куда мы хотим телепорт. Вот перед нами открывается, и мы появляемся вот там. Очень классная функция для того, чтобы вовремя куда-то или добежать, или ну, сократить вот так расстояние. Ваш друг, который будет с вами в команде, тоже может пользоваться этим офигенным просто телепортом. Так, ну что, мы восстановились, пробуем. Пробуем, ребят, вот такую штуку и валим. По 21.366 три раза. 60, получается 3000, 64 тысячи урона вместе с модом. Очень даже неплохо. Второй скиллчик я вам показал. Ну, вот так, смотрим, направляем. Опа. Телепорт работает как и в одну, как и в другую сторону. Я просто показывал мышкой вверх, и он типа там остался. Оп, и мы опять тут. Ну, то есть, прикольная штука, можно этим пользоваться. Мне отлично нравятся эти телепорты. И, ребят, третий удар, самый сильный, третий скиллчик. По 10 тысяч, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Или 110, или 120 тысяч урона, а может быть и больше. Если оно попадет в одного чела, то может быть и больше, потому что 10, получается 10 или 11 раз оно бьет по 10500. Там еще наберется 5000 урона сверху, по 10 тысяч 110, 5, 115, 120 тысяч урона. Третий скилл очень-очень сильный, смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, даже, блин, вроде бы даже 13 показалось мне. Ну, получается 130 тысяч урончика. Сейчас мы, ребят, возьмем любого из мобов, и я покажу на нем, как оно работает. Так, ребят, берем задание. У меня сейчас будет тест Barumaki на то, как мы быстро справимся с этими противниками. За спиной у меня, ребят, как кто не знает, это Shindai Prime Blade. Очень хорошее оружие, одно из лучших в этой игре. Оно спамится на новой карте Shindai Valley, и редкость его 1 на 80. Оно может вынести даже сотку урона, если вы будете бегать ну, с каким-то модом. Так, ребят, смотрите, у меня мод второй. Ну что, начинаем? Я думаю, начнем с самого массового, последнего скилла. Смотрите, как офигенно оно все валит.
Просто офигеть, как оно все валит. Так, второй скилл нам почти не нужен, то есть нам нужен только первый и третий, получается. И у нас еще есть на Q тоже, ребят, на Q ударчик. Сейчас покажу вам. А, на втором это у нас получается телепорт. Правая кнопка Q, ребят, телепорт, которым мы можем воспользоваться. А на первом моде у нас он бросает большой такой заряд. Большой заряд энергии. Так, ну я стараюсь драться только одним Bloodline. Вот, например. И, ну, в принципе, мы, смотрите, все. Мы завалили очень быстро. Я дрался двумя скиллами. И правая кнопка мыши Q, ребята, это у нас постоянный вот такой телепорт. Он открывается, ты заходишь туда, он открывается. Ну, обычный телепорт делается вот так. Чикс, и все. И мы уже на этой стороне. Вот видите, очень далеко. Вот телепорт, а вот наш второй телепорт. Мне кажется, что Bloodline очень хорош, ребята. Старайтесь его выбить. Ну, правда, есть возможность всегда, это Gold Barumaki у нас, конечно, выбить уже сложнее, осталось там пару дней. Но пробуйте его убивать, он очень хорош, этот Bloodline, в принципе, даже моды у него очень интересные. Кому понравился видосик, с вас лайк, подписка, все кодики, которые сейчас действуют на спины, будут в описании. На сегодня все, всем удачи, всем пока.